Всем привет! Сегодня к нам на анбоксинг и краткий обзор попала Nokia 110. Давайте распакуем ее и посмотрим, что она из себя представляет. В комплекте у нас идет сам телефон. Сетевое зарядное устройство micro USB мощностью на 550 мА. Руководство. Так, аккумулятор на батарее. Руководство пользователя. И гарантийный талон. Приступим к аппарату. Цвет аппарата черный. Все кнопки для управления находятся на лицевой части. Разговорный динамик находится в верхней части. Снизу у нас находится микрофон. На верхней грани у нас расположен разъем micro USB, фонарик и разъем 3,5 мм джек. Под крышкой у нас находится два разъема для сим-карты и один слот для карточки micro USB. Аккумуляторная батарея емкостью 800 мАч. Динамик разговорный, он же полифонический. Довольно простенькое меню. Неудобная кнопка нажатия на центр. То есть надо привыкать. А так как звонилка, довольно неплохой телефон. Ну, на камеру вам. Камера вообще делает очень плохие снимки. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. В комментариях пишите, на что бы вы еще хотели увидеть анбоксинг или обзор. Пока!